На этот городок обрушилась разрушительная сила, равной которой я не видал. Господи, неужели это происходит на самом деле? В этом доме полтергейст! Так, ребята, я могу устроить зачистку, но это влетит вам в копеечку. Зато полгода гарантии. Этот парень нас ни во что не ставит. Эй, Стю, либо туда, либо сюда. У Фрэнка Беннистера уникальный дар. Детектив-медиум? Способность общаться с мертвыми. Вы видите духов? Обычно подобные эманации обитают на кладбище. Не смей указывать призракам, что им делать! Ну, некоторые избегают. И непобедимое желание, мы да и коты запугаем ваших предков. Зарабатывать на этом деньги. В конце концов, мы его бизнес-партнеры. Все говорят, что ты обманщик, но я видела, на что ты способен. Заканчивай, Фрэнк. Негоже мертвецами на жизнь зарабатывать. Но теперь нечто ужасное пугает людей до смерти. Что со мной происходит? А мертвецов заставляет бежать без оглядки. Я видел фигуру в плаще. Это собиратель душ. Настанет твой черед. Спасения не будет. Фрэнк, ты в беде. Все эти убийства в городке повесят на тебя. Universal Pictures. Роберт Земекис. Ты следующий, приятель. И знаменитый режиссер Питер Джексон представляет. Работаем до первых криков. Страшилы. И вот чудовище посмотрело в глаза красавицы. Они встретились взглядами. И с того дня чудовище как будто умерло. Так вы готовы к этому путешествию, мисс Дэрроу? Да. Боитесь? Боюсь? Нет. А надо? Попробуйте представить остров, которого нет на картах. И который раньше все считали мифическим. Стой! Впереди стена! Тут я и сниму свой фильм. Где люди? Их здесь нет. Только это. Они утащили Энн. Найдите ее. Ты видел, кто же утащил ее, Карл? Надо найти ее сегодня, иначе искать будет нечего. Далеко на востоке, за горными хребтами и реками, высится одинокая гора. Эти гномы намерены вернуть свою родную землю. Я люблю гостей, как и всякий хоббит.
Но я бы хотел узнать их, прежде чем приглашать войти. Мистер Бэггинс, к вашим услугам. Я окружен гномами. Что они здесь делают? Они очень веселая компания. Так это и есть хоббит? Ты просил найти 14-го участника этого похода, и я выбрал мистера Бэггинса. Я? Нет. Хоббиты могут пройти незаметно, если нужно, что даст нам преимущество. Воспользуемся этим шансом, чтобы вернуть Эрабора! Эй, мистер Бильбо, куда отправляешься? Пишу навстречу приключениям! Митрандир, зачем здесь полурослик? Зачем Бильбо Бэггинс? Возможно, потому что мне страшно. Он придает мне смелости. Значит, вот ваша цель. Проникнуть в гору. А что такого? Некоторые посчитают это не слишком мудрым. Темные силы нашли способ вернуться в мир. Почему бы нам не сыграть в угадайку? А если оно проиграет? Что тогда? Что ж, если оно проиграет, моя прелесть, тогда мы съедим его. Если Бэггинс проиграет, мы съедим его целиком. По рукам. Я бы выбрал любого из этих гномов вместо целого войска. Береги! Преданность, честь и горячее сердце. О большем я и не прошу. Дом уже позади, а впереди дорога. Могло быть и хуже. Да ты издеваешься! Где кончается ваше путешествие? Ты ищешь способ заслужить право на трон. Возможность вернуть родной дом и убить дракона. Не думай, что я не убью тебя, гном. Когда мы позволяли злу быть сильнее нас? Эта война не наша. Нет, это наша война. А если это ловушка? Вне всякого сомнения, это ловушка. Такова природа зла. Со временем все нечистые твари возвращаются. Если вы разбудили этого зверя, он уничтожит нас всех. Это что, землетрясение? Нет, мой друг. Это был дракон. Торин, ты обещал. Ты принес лишь смерть и разорение. Гора твоя, тебе этого мало? А теперь будем ее защищать. Я пришел за тем, что принадлежит мне. Это был последний ход. В давней игре. Я
этих летучих мышей вывели с одной целью. Убивать. Предоставьте Саурона мне. Бильбо прав. Ты не видишь, кем ты стал. Все, что я сделал ради них. Ты это начал. Но с твоего позволения, закончу это я. Что остается делать? Перед лицом смерти. Я не буду отсиживаться, пока другие гибнут за нас! Осталось ответить лишь на один вопрос. Чем закончится этот день? История стала легендой. Легенда превратилась в миф. Темный властелин Саурон тайно создал единое кольцо, способное править всеми. Кольцо кануло в безвестность. Снова сгустился мрак над лесами Земли. Его подобрало самое неожиданное создание, которое только можно представить. Саурону нужно это кольцо, чтобы снова заполонить все земли тьмой. Что мне делать? Кольцо надо уничтожить. Кольцо было отлито в огне Роковой горы. Там всегда начеку не спящее зло. Саурон собирает у себя все зло. Они ищут кольцо и убьют того, кто несет его. Нет! Поторопись! Рода! Другие найдут менее опасный путь. Мой меч с тобой. И мой лук тоже. И моя секира. Это бремя выпало тебе. И если с ним не справишься ты, не справится никто. На службе нашего врага много шпионов. Птицы, звери. Что-то назревает. Я чувствую. Быстро с дороги! Укрытие! И запомни, Фродо, кольцо стремится вернуться к своему хозяину. Оно хочет, чтобы его нашли. Будем надеяться, что наше присутствие останется незамеченным. Они близко. Надо повернуть назад! Нет! Я хотел бы, чтобы не было кольца. Прочь, демоны! Чтобы ничего этого не было. Ты хранитель кольца, Фрод. Хотите хоббита? Идите, возьмите. Что привело эльфа, человека и гнома в земли Марки? Отвечайте живо! Мы идем по следу отряда Рукхаев, следующего на запад. Они захватили в плен двоих наших друзей. Можете искать своих спутников, но забудьте о Надежде. Она давно покинула эти края. Братство распалось. Мы заблудились. Не думаю, что Гэндальф повел бы нас этим путем. Гэндальф много чего планировал иначе. Не может быть. Я вернулся к вам в этот решающий момент.
Силы тьмы растут. Войска Саурона пошли в атаку. Он использует Сурумана, чтобы уничтожить ваш народ. Они напали на безоружных, без предупреждения. Это всего лишь начало того ужаса, который выпустит Саруман. Нужно сражаться. Я не рискну вступить в открытую конфронтацию. Война все равно придет. Станете вы рисковать или нет? Пришла новая сила! И ее победа уже близка. Эта армия создана с единственной целью — уничтожить мир людей. Этой зимой. Вы отведете народ в Кельмову Пать. Приказом короля город должен быть оставлен. Где она? Женщина, подарившая этот камень. На карту будет поставлено все. Союза эльфов и людей пришел конец. Наше время истекло. И время Арвен тоже. Отпусти ее, и все будет потеряно. Где оно? Давайте свяжем его и бросим здесь. Он знает путь в Мордор. Если все не объединятся против зла. Люди больше не встретят рассвет. Кольцо! Фродо! Оно берет над нами верх. У тебя есть дар предвидения. Скажи, что ты видел? Он не вернется. Оборона не должна быть прорвана. Мы выстоим. Ничто не ждет тебя здесь, кроме смерти. Всегда есть надежда. Властелин колец. Две башни. Приключение продолжается. Зло не спит, рыщет око врага. Это конец. С каждым днем Фродо приближается к Мордору. Мы не знаем точно, что Фродо жив. Что говорит сердце? Сюда, хозяин! Идите к Смеагу. Тьма накрыла нас, Арагорн. Зло расползается из Мордора. Ты идешь на войну, но не за победой. Саурон не допустит возвращения короля людей на трон. Перекуйте меч. Клинок вернется на рукоять. Будь тем, кем ты рожден. Прелесть станет нашей. Он хочет убить нас. Ни за что. Нам не добраться самим. Идем с Смеагу. Первый ход. Страшный парень. Он здесь. Вот и пробил час величайшей битвы. Я вижу в ваших глазах тот же страх, который сжимал мое сердце. Может быть, и настанет закат эпохи людей. И мы предадим друзей и разорвем все узы дружбы. Но только не сегодня. Что бы ни было, оставайся со мной. Сегодня мы сразимся! Род людей не так слаб, как Саурон думал. Они готовы бросить ему вызов. Мы должны спасти Шир. Жизнь Арвен связана теперь с судьбой. Я заглянул в будущее и увидел смерть. Нам не одержать победы, только силой оружия. Мы не победим. Но мы дадим Фродо шанс,